Зима. Холодно. Вы пошли в поход и решили не брать с собой очень много еды. Так сказать, пойти налегке. Или какие-то другие жизненные ситуации. Вам надо отправиться в какое-то выживание. И опять же, не брать с собой много еды. Но при этом взять высококачественную, высококалорийную еду. А также очень полезную, очень вкусную и очень незаменимую в походе. И такой едой, качественной, незаменимой в походе и просто даже в жизни являются джерки. Это мясные чипсы. И сейчас я вам их покажу. Вот здесь они у меня в коробке. То есть я вышел на прогулку примерно за 20 километров от дома и с собой взял вот такие джерки. Это вкусные, очень сытные мясные чипсы. Мне, здоровому мужику, чтобы жить нормально сутки, понадобится всего лишь 100 грамм таких джерки. То есть не просто лежать на диване, а бежать, прыгать в лесу, где-то перебираться по каким-то бревнам, переплывать реки. И всего лишь 100 грамм вполне будет недостаточно, чтобы нормально жить. И сейчас я вам расскажу, как же я делаю эти джерки, а я их делаю от начала до конца. Вот мой рецепт моих джерки. В течение полугода я выращиваю здоровых и больших индеек. В данном случае это бронзовая широкогрудая. Потом я провожу забой своих птиц, делаю все аккуратно и с уважением к самой птице. Готовую тушу помещаю на разделочный стол. После этого я нарежу мясо мелкими кусками, такими, так сказать, ломтиками. Теперь беру соевый соус из расчета примерно 300 грамм на килограмм мяса, можно чуть-чуть даже поменьше. Обязательно именно для джерок из индейки добавляем томатную пасту. Я добавляю кетчуп. И теперь добавляю разные пряности и специи. Это уже, как говорится, на свой вкус. Но рекомендуется также добавлять туда зерновую горчицу. Я использовал карри и приправу для мяса. Далее я все закладываю в электрическую сушилку, где в течение примерно 12-15 часов они высушиваются. Аромат стоит просто потрясающий. И у меня получаются достаточно такие легкие на вес, но при этом калорийные джерки.